Я рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре мотоцикл VR1 250 кубов стоимостью примерно 170 тысяч рублей. Смотрим внешний вид. Данный мотоцикл у нас представлен в новом цвете. Это такой серый металлик. Еще сейчас есть черный цвет. Данный мотоцикл в России знаком мотоциклистам довольно-таки давно. Ранее компания Ирбис привозила такие мотоциклы. Только они были 125 и 200 кубов. Сейчас же на этом мотоцикле установлен новейший двигатель PR250, то есть это 172 мотор с балансированным валом. По заявлению производителей 19 лошадиных сил, по заявлениям некоторых продавцов в нашей стране 21 лошадиная сила. Как мы сразу видим, что рама у этого мотоцикла не замкнутого типа, получается, сам двигатель выполняет такую силовую нагрузку, то есть соединяет переднюю часть рамы с задней. Вот, в принципе, такое решение имеет место быть. При сегодняшнем, так скажем, тест-драйве я не почувствовал, чтобы рама как-то вихляла. То есть, в принципе, рама нагрузку держит. Ну что ж, мотоцикл я поставил на центральную подставку. Есть также боковая. То есть не у всех мотоциклов есть центральная подставка. А начнем мы обзор с переднего колеса. Как мы видим, литой диск. Размер резины 2,75 на 18. Имеет такой универсальный рисунок протектора. Сейчас я проехал по грунтовке. И, в принципе, резина держит. Далее видим щиток, окрашенный в цвет кузова. Задняя часть крыла имеет неокрашенную поверхность. Что же касается переднего дискового тормоза. Кстати, вилка здесь перевернутого типа. Вот такая модная, золотая. Что касается переднего тормоза. Вот мы видим, здесь стоит пыльничек, чтобы не загрязнялись лишний раз колодки. Тормоз однопоршневой. И здесь есть такая вот приспособление. Это типа ABS начального уровня. Но по заявлению производителя, данное приспособление не дает возможность заблокировать переднее колесо, по крайней мере, на чистом сухом асфальте. Что касается мокрого грунта, мокрого асфальта, данное приспособление все же не работает. Как мы видим, гидролиния армирована. Передняя фара у нас такая вот достаточно большая, но в ней обычная грушевидная лампа накаливания. По органам управления и панели приборов. Панель приборов классическая, четкая, читабельная и, в принципе, достаточно информативная. Здесь у нас спидометр. Почему-то до 80 идет белая шкала, после 80 красная. На самом деле, по запасу мощности, я думаю, данный мотоцикл поедет 120-130 км в час. С правой стороны мы видим тахометр с указателем уровня топлива. Также здесь, как вы видите, имеются индикация правого, левого поворотника, нейтралей и включенного дальнего света фар. Это у нас индикатор включенной передачи. Руль у нас с клипонами, стильные грипсы, очень неплохо смотрится и, в принципе,
хорошо лежат в руке. С левой стороны у нас, как мы видим, переключение дальнего ближнего света, блинкер, поворотники со сбросом, но сброс какой-то невнятный. Я вот когда ехал, не разобрался. Наверное, время — дело привычки. Это у нас звуковой сигнал. Далее, с правой стороны мы видим старт-стоп двигателя, кнопку. Это у нас включение габаритов и ближнего света фар. Ну и есть электростартер. Да, и мотоцикл у нас имеет кикстартер. Если у нас имеется кикстартер на 172-м двигателе, соответственно, передачи вперед у нас тоже 5. Если бы у нас не стоял кикстартер, их бы было 6. Вот здесь такая модель двигателя. Схема переключения передач здесь на индикации. Соответственно, это так называемая международная схема переключения передач. Лапка переключения передач у нас имеет вот такую схему. То есть можно переключать пяткой и носком. Мне удобнее носком, что вперед, что... То есть что вниз, что вверх. И я считаю, вот одним из недостатков то, что здесь лапка переключения передач не выходит сразу из двигателя. А компоновка мотоцикла предполагает, что нога райдера будет немного отступать. Соответственно, сделан вот такой переходник. И, в принципе, как говорится, лишняя деталь — это всегда ненадежно. То есть, если вы будете покупать этот мотоцикл, этот узел лучше посадить все на фиксатор резьбы, чтобы вы этот важный узел не потеряли и не пришлось вам потом вот добираться там на первой и на второй передаче, включая вручную. Подножки водителя складываются так же, как и пассажира. Все очень грамотно, четко сделано. Задний маятник у нас трубчатый. В принципе, изначально мне показался он ненадежным, но в процессе езды очень хорошо отрабатывает. Причем подвеска, я вам скажу, работает очень-очень хорошо. Я проехался вот по кочкам и ухабам. Все классно отрабатывает. Возможно, это из-за вот этого амортизатора. Он какой-то вот фирменный. Вот тут эмблема есть. И, возможно, это модель амортизатора. Как мы знаем, технология данная называется Spring in Spring. То есть пружина в пружине. Возможно, из-за этого очень хорошо данный мотоцикл чувствует себя на кочках. Прямо удивительно для такого дешевого мотоцикла. Я напоминаю, что стоимость розничная примерно 170 тысяч рублей. Он мне показался весьма-весьма достойный. Приводная цепь у нас 428 усиленная. Заднее колесо у нас 325 на 18. Бренд покрышки у нас с другой стороны. Бренд резины установлен здесь. Монланг. Бак у нас вот красивого такого дутого дизайна. Примерно объем 15 литров. Открывается вот так ключом. Так вот он закрывается. Кстати, для чего еще нужен ключ? Вот, посмотрите. Двухуровневое, красивое седло. Двухцветное. Если мы обратим внимание, то с левой стороны мотоцикла мы увидим, что да, это замочек для того, чтобы подвесить, допустим, шлем. Но данный замок выполняет две функции. Вот первая функция — это вы можете повесить сюда шлем. А вторая функция — это открытие под сидельного пространства. Как он открывается? То есть данный замок имеет две функции. Первое, это вот вы можете сюда повесить свой шлем, чтобы его никто не утащил. А второе, если в обратную сторону поворачивать, то у вас открывается подседельное пространство. Вот мы все видим. Здесь фильтр-бокс у нас. Все красиво уложено.
Да, ну я бы, наверное, тут для проводов вырезал, чтобы на всякий случай их не перетерло здесь. Все-таки свой мотоцикл нужно дорабатывать. Да, вот выхлопная система у нас проложена снаружи, так скажем, мотоцикла и имеет вот такую банку выхлопа. Выхлоп довольно басовитый. Ну и такой внушает такое этот бас, серьезность этого мотоцикла, несмотря на его, так скажем, бюджетный вариант. Ну и как мы видим, задний тормоз у нас барабанный. Сейчас я продемонстрирую, как звучит выхлоп. Вот послушайте, как звучит выхлоп. Ну и вот как ровно, шелестя, работает двигатель. Вы можете понять по звуку двигателя, что вибраций практически нет. В завершении я показываю, как я на нем смотрюсь. Мой рост 1,67 м. Обе ноги у меня стоят на асфальте. Вот. То есть можно немножко откинуться назад. И вот примерно такая будет поза, если вы будете ездить где-то по городу. Мотоцикл у нас дорожник. То есть, в принципе, по проселочной дороге тоже можно на нем катать. Вот. Даже можно вставать в стойку. Вот таким образом. Хоп-хоп. Конечно же, нужно этому всему учиться. Я имею в виду стоять в стойке на этом мотоцикле. Вот. А так, простой, надежный, даже с элементами АБС мотоцикл, который уже продается в России, наверное, лет 15. Поэтому запчасти на него есть повсеместно. Он сейчас, так скажем, переживает вторую жизнь. Ему поставили двигатель 250, PR-250, поэтому на самом деле мотоцикл легкий, и с таким движком удельная мощность этого мотоцикла просто производит неизгладимые впечатления. Я вот сегодня прокатился, прямо рвет мотоцикл. Но нужно еще отрегулировать карбюратор, и это будет пушка-гонка. Ну так, условно говоря. Вот, еще раз напоминаю, мотоцикл у нас был сегодня в новом сером цвете. Это мотоцикл VR1-250 с новым двигателем и стоимостью примерно 170 000 рублей. Всем счастливо!